Просто вот сегодня говорилось о том, что, да, хотелось вопросы задать, о том, что есть вот новая система, да, то есть там вот есть центр новый. А месяца 4 назад обычные граждане хотели дозвониться на телефон 102, и у них это нашло, ушло 40 минут и безрезультатно. Это было на сайте УВД области, и как потом было проведено расследование, выяснилось, что целых два оператора на миллионный город Донецк не смогли обслужить звонки граждан. То есть после этого прошли какие-то изменения, может быть, что-то... Да, прошли изменения, ну, как правило... Сколько сейчас операторов? Оператора, на весь город. Хотя, на весь город. Хотя есть необходимость больше, но в связи, скажем так, с некомплектом и проблемным кадровым обеспечением, естественно, нет возможности. У нас сейчас только в полку патрульной службы больше 60 некомплект сотрудников по штату. А как правило, мы подбираем именно оттуда девочек, которые находятся на 102, то есть уже имеющиеся опыт, Который и ориентироваться, есть, да, которые проработали определенно, имеют стаж работы. Ну, человеческий фактор и кадровые проблемы. Зарплата, опять же, социальные льготы и так далее. Спасибо. Вопросы